Дмитрий Коган скончался 29 августа после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Сегодня в Москве состоялась гражданская панихида, на которой присутствовали сотни поклонников артиста, а также его коллеги по сцене. Прощание проходило в Московском доме музыки, а незадолго до этого состоялось отпевание в храме иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Большой Ордынке. На панихиде присутствовал близкий друг Когана Максим Шостакович. Сын знаменитого на весь мир композитора едва сдерживал слезы, рассказывая о творческом пути Дмитрия. Присутствовала на церемонии прощания и Валентина Терешкова. Она призналась, что смерть музыканта для всех его друзей стала потрясением, хотя Дмитрий не скрывал, что тяжело болел. Уход такого талантливого человека, по ее мнению, является большой несправедливостью. Во время церемонии прощания звучала музыка Дмитрия Когана, демонстрировались отрывки из его сценических выступлений. Вся сцена Московского дома музыки была усыпана цветами. Иосиф Кобзон также возложил к гробу букет цветов. Певец был хорошо знаком с Дмитрием, следил за тем, как развивалась его карьера. Он отметил, что даже в самые сложные дни Коган не терял надежду на выздоровление. Церемония прощания продолжалась несколько часов, и на протяжении всего этого времени друзья и поклонники Дмитрия Когана возлагали цветы и вспоминали артиста. Журналистам Life.ru удалось заснять всю панихиду. Известно, что музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.